Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джованни Франческо Гесси или Джесси. Итальянский художник эпохи барокко, один из крупнейших мастеров Болонской школы живописи первой половины 17 столетия. Данные из Википедии. Родился в богатой и знатной семье 20 января 1588 года в Болонье. При поддержке отца учился рисованию у Дениса Калверта и Джованни Кремони. Около 1607 года перешел учеником в мастерскую Гвидо Рени, одного из знаменитых мастеров Болонской школы. Вместе со своим учителем Рени Джесси работал в Риме, Мантуе и Равенне. Затем в 1620 году они повторно приехали для выполнения заказа в Рим. Во время последующей работы в Неаполе в 1621-1622 годах между Рени и Джесси произошла крупная ссора, которая привела к разрыву отношений на длительное время. В результате этого скандала заказ на роспись капеллы дель Тезаро ди Сан Дженаро в Неаполитанском соборе был у Рени отобран заказчиками, и оба художника были вынуждены вернуться в Болонью. Впрочем, уже в 1626 году Джесси работал по заказу, которые исходили от Рени. В 1624 году Джесси вновь приехал в Неаполь с намерением закончить старый заказ, однако потерпел неудачу в этом своем начинании и, вернувшись в Болонью, открыл собственное художественное ателье «Палаццо Фантуцци», где ранее находилась мастерская Рени. Выполнял многочисленные заказы на алтарные картины для болонских соборов и церквей, украшал церковные здания фресками. Несмотря на многочисленные заказы и дважды полученное крупное наследство, Джесси не раз испытывал безденежье. Джесси является одним из крупнейших болонских художников начала 17 века. Изучив за годы ученичества различные художественные направления, современные ему Италии, в частности из Болонской и Неаполитанской художественной школы, он сумел из их соединения и взаимного влияния создать собственный оригинальный стиль. Писал полотна преимущественно на религиозную тематику, а также по мифологическому сюжету. Среди многочисленных учеников Джесси – Джованни Баттиста Руджери, его брат Эркалино Руджери, Габриэле Феррантини и Андреа Сигетци. Вот так из переводной Википедии о итальянском художнике эпохи барокко, который был одним из крупнейших мастеров Болонской школы живописи первой половины 17 столетия, Джованни Франческо Джесси. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.